Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня собираем и украшаем торт «Ёжик на лесной полянке». Я выпекла один бисквит на 10 яиц. Одну третью часть этого бисквита я буду использовать для ёжика. Крем также я буду использовать одну третью часть для ёжика. Сначала соберем торт. Друзья, хочу порекомендовать вам интернет-магазин «Любимый Василек». В этом магазине огромный выбор постельного белья женской, мужской и детской одежды, а также постельные принадлежности, шторы, игрушки и многое другое. В этот раз я заказала вот такой комплект постельного белья. Ткань поплин, размер евро. Стоит такой комплект 2227 рублей. Вот такое постельное белье. Это полутораспальная бязь. 100% хлопок. Этот набор стоит 1518 рублей. Также вот такой комплект постельного белья, тоже полутораспальный, бязь. Цена его 1786 рублей. К этому комплекту я заказала отдельно простынь на резинке. Также я заказала очень удобную подушку для путешествий. Размер 30 на 30 сантиметров. Стоит она 1293 рубля. Все вещи очень качественные, по доступной цене. Заказываю я не в первый раз. И могу смело порекомендовать этот интернет-магазин. Ссылку на интернет-магазин «Любимый Василек», а также на все социальные сети оставлю в описании под роликом. Подписывайтесь на социальные сети «Любимого Василька», там регулярно проходят розыгрыши денежных призов. К сожалению, камера не снимала сам сборку ежика, но думаю, что тут вам будет понятно. Из одного коржа я вырезала форму в виде капли, пропитала, нанесла крем и уложила обрезки. На данном этапе с формой можно особо не заморачиваться, потому что позже мы будем придавать объем. Отправляем в холодильник примерно на 4 часа. Торт уже хорошо устоялся за это время. Продолжаем придавать форму ежику. Руками уплотняем форму. Украшать будем белково-заварным кремом. Часть крема окрашиваем красителем «Слоновая кость». Ножом отметим контур мордочки.
Насадкой «Малая открытая звезда» волнообразными движениями делаем мордочку ежику. Часть крема окрасим в коричневый цвет. Будем делать иголки ежику. Иголки будем делать насадкой травка. Торт также будем украшать белково-заварным кремом. Слегка покрываем торт кремом, помещаем ежика в центр торта. Остальную часть заполняем травкой. Сделаем грибочки насадками трубочка. Насадкой «Малая роза» сделаем ромашки. Сердцевину сделаем мешком с тонким отверстием, желтым кремом.
насадкой трубочка, красным кремом сделаем ягоды. Из мастики я сделала глазки, бровки, ушки и носик. Устанавливаем их на мордочку ежика. Торт получился 2 кг 900 г. Белково-заварной крем готовила на 5 белков. С заказчика я взяла 2800 рублей. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!